бросали одного котенка с мамой. 2500, это дорого, да? А получилось, что спасли двух мам. У другой мамы три котенка. Ребята, и обе мамы из одного дома. Из одного дома. Сейчас, конечно, волна идет. Будет очень много малышей. Что, моя золотая? Ты умница, ты красавица. Моя хорошая. Маленькая. Ты мама. Ты хорошая мама. Твои деточки, твои. Как бы страшно, как бы трудно не было, пройти мимо животного, что нуждается в помощи, это бесчеловечно. Ребята, мы находимся сейчас в очень тяжелом положении, в очень трудном положении. Но, увидев вот это несчастье... Кошечку, которую мы нашли, полностью в саркоптозе. Ну что, что, моя красавица, покажись. Да ты красивая уже, да. Глазки покажи маме. Да, покажись, кукла, иди сюда. Все, ребята, у нас, мы потихонечку зарастаем, мы уже, весь клещ у нас ушел. Вот, да, да, мое солнышко. Ножки у нас лысые еще, но это ерунда, это мы обрастем. Зато ребенок очень хороший, да, малыш? Ты красавица моя. Да, была такая разноцветная, страшная. Еще, конечно, не фонтан, ребята, но мы выздоравливаем. Мы красивые. Да, девочка моя? Сейчас кушать дам, сейчас моя солнышко. Она у нас сидит на влажном корме, поэтому мы кормим ее несколько раз в день. Сейчас мама принесет. Да, солнышко? Да, детка. Все, мое солнышко. На ночь мы ее накрываем, а днем она играет так в клеточке. Здесь не жарко, здесь как раз хорошо. Вот такой карантин у нас для чесоточных кошек с клещами. А что делать, ребята? Главное, чтобы животное выжило.